Это специальный асфальт, который можно ложить, нужно ложить именно в воду. Не, ну я-то не знала. Да. Так осваивается бюджет, да? Так они его зачем содрали-то перед этим? Там не было ни ям, ничего. Это специальный асфальт. Его нужно содрать, чтобы а потом положить. Да, да. Именно в лужу. Да, это такой асфальт просто. Такой сорт. Ты же видишь, ни машины, ничего, ни растапливателя, ничего у них нет. Ни утрамбовывателя, ничего. Нет, ну как это нет утрамбовывателя? Посмотри, какая у него чудо-штука для трамбования. Вот смотри, палка? Сейчас ее, да, вот чистят, видишь, сейчас, или ну. Что они там делают. И сейчас ей так чик-чик, и все. И утрамбовали. Чутенько, ровненько. Видишь, остатки вот эти не нужны сейчас. Это специальный асфальт, который ложится при первых проявлениях снега, да? Просто в жаркое время его нельзя уложить, он слишком жидкий. Он тает. Вон, раз-раз, все, видишь, разместили, положили. И прям ложечку так раз, аккуратненько, ну. Пипочкой такой. Все. Потом его нужно подмести, асфальт. Воду нужно намести, видишь, без воды он не работает, он не превращается ни во что, не застывает. Все. Молодец, Сережа, молодец. Ах, как подметает Сереженька, у Сереженьки все получается. Не Сереженька, это какой-нибудь... Махмутик, молодец. Давай, давай. Вот и все. И нет асфальта. Был асфальт, и нету его. Главное, видишь, вода не замерзает на этом асфальте. Это он особенный. Намерзин какой-то. Антинолить. Да. О, везут асфальт. Еще есть вода, еще можно ложить. Вышла отсюда акула. Как преобразился московский двор, да? С приходом нового мэра. Какой же он новый? Ну да, ладно, не новый. Но все равно, видишь, вода постепенно испаряется, но в лед не превращается. Все благодаря тому, что свежий асфальт. Вот так вот нанотехнологии проезжают мимо. По сусекам поскребут, по этими подлавками пометут, да? Асфальт покладут. Или положат, как правильно? Укладут. Укладут. Но они же, наверное, называются асфальтоукладчики. Везут! Везут асфальт! Ура! Он едет сюда! Везут горяченькое. Едут! Как, знаешь, этот самый... Трактор едет к нам по морям, по волнам. Почем он там, по пашне? По полям, желтый трактор едет к нам. Что же, что же, что же, что же, что же он ведет? Асфальт. Кошмар. Нанотехнологичный он, видишь? Да, сразу. Жижа. И прям в воду его, да, вот так. Зук. Все. Разровняем. Магия. Нанотехнологичность. Ой, слышишь, он за это сам запарил. А, дядю запарила. Да? Хоп, и закатали. Пар поднимается все выше и выше. Вон дети идут смотреть, как асфальт правильно укладывается. Пар поднялся, и все, магия. Асфальт лежит, воды нет. Ура! Ой, ура! Да здравствует нанотехнологии! Все, закрываем лавочку, пускай работает. Вот и все, что осталось. Вот такой вот нанотехнологичный
асфальт в нашем районе.